Канал интересный. Факты предлагают очередную подборку вопросов идиотен-теста. Напомним, это специальный тест, который в Европе заставляют проходить нерадивых водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Итак, самые каверзные вопросы теста на идиота. Перед кем все снимают шляпу? Перед парикмахером. Если у меня есть желтый платочек и около полуночи 19 декабря я брошу его в Черное море, что случится с платком? Он намокнет. Как далеко собака может бежать в лес? До середины леса. Потом она выбегает из леса. Две матери и две дочери пошли вместе по магазинам. У них в общей сложности 30 евро. Каждая из них покупает одно платье за 100 евро. Денег хватило всем. Как это возможно? Это были дочь, мать и бабушка. Даже сегодня во многих регионах мира используются древние изобретения, которые позволяют людям видеть сквозь стены. Что это за изобретение? Окно. Томас Кук был захвачен людоедами. Они предложили ему на выбор то, как они его убьют. Ему сказали, если соврешь, тебя отравят, а если скажешь правду, пожарят. Он смог дать такой ответ, чтобы остаться в живых. Что он сказал? Кук сказал им, вы меня сварите. Какой город находится точно в 3333 километрах к западу от Северного полюса? Никакой. Направления на Северном полюсе могут быть только на юг. Человек смотрит на фотографию и говорит, у меня нет ни брата, ни сына, но отец человека на этой фотографии – сын моего отца. Кто на фото? Его дочь. Если дочь Анны – мать моего сына, и я мужчина, то кто я для Анны? Для Анны ты – зять. Четырехразовый билет стоит 1 евро, а одноразовый билет стоит 30 центов. Пассажир молча дает 1 евро и также молча получает четырехразовый билет. Как водитель автобуса понял, что пассажиру нужен именно четырехразовый билет? Все просто. Пассажир дал водителю 1 евро мелочью. Мать Питера имеет 3 детей. Хьюи, Дьюи и... Правильный ответ – Питер. С вами был канал «Интересные факты». Подписывайтесь, впереди еще много удивительного.